Настроение в коллективе? Конечно, все рады, давно не виделись, уже как бы все рады друг друга видеть, уже хочется выиграть, знаете, потому что так мы проиграли, да, там с сербами, чехами, то есть мы едем в Италию за победой, настроение позитивное, все зависит от нас. Я знаю, как мы можем играть, как мы можем настраиваться, как мы можем защищаться, поэтому как бы все зависит от нас, от нашей мотивации, от каждой из девочек, как настроиться, от всего коллектива, поэтому я считаю, что будет результат положительный.